Современная Япония – это развитая страна с высоким уровнем жизни. Однако наряду с видимым прогрессом и стабильностью соседствуют и такие социальные проблемы, как закрытость людей, молодежь без ориентира в жизни и высокий процент суицида. Где искать выход и как заполнить духовную пустоту? Пастор самой многочисленной христианской церкви Японии Род Пламер дает ответы на эти вопросы. Мы приехали в Японию 12 лет назад, потому что Бог дал нам видение, как будто огромная волна Божьей любви и благодати накрывает Японию. Мы начали там говорить об Иисусе, о котором никто не слышал, и молодые люди стали проявлять интерес. Многие из них пришли к вере, многие получили исцеление. И так наша церковь выросла из маленькой группы до нескольких тысяч. Своим практическим опытом поделился Род Пламер на Дальневосточной конференции «Новые возможности для нового времени». Он посетил Хабаровскую церковь Иисуса Христа вместе с сыном Монти. В послании пастор уделил огромное внимание молодому поколению и важности отцовства. Церковь – это семья, поэтому ему важны отношения отцов и сыновей. Каждый лидер и наставник – отец для своих учеников. Люди, они не совершенные, не идеальные. Все равно Бог, Он доверяет что-то им, и нам необходимо доверять людям. Пастор Род вдохновил христиан верить в Россию, потому что если духовное пробуждение пришло в страну с буддийскими вековыми корнями, то придет и сюда. Я приехал в Россию в первый раз год назад, в 2013 году, во Владивосток. Я чувствовал, как Бог говорит, что Он любит эту страну, и это огромная нация для движения Святого Духа. В этот раз, как только я прилетел в Хабаровск, я почувствовал то же самое, присутствие Духа Святого и те же слова, как Бог говорил и тогда. Я буду двигаться здесь, на этой земле. Александр Ким, Анна Жванская, Анастасия Глазкова, специально для ТБН.